Всем привет, вы на канале Алексей Николь. А мы на Владикавказ, вот это вот, помнишь видео? Да. Мы едем в Питер с Николь, вот, короче говоря, сейчас ждем. В 23.57 он прибывает, а сейчас 23.36. Это вот я сейчас опять буду в самом некрасивом своем виде, и ты это потом опять выложишь, и все мои дальние родственники, знакомые. В красивом у тебя, вон, даже видишь, это финки-пинки, или как он? Как его зовут? Эту девку? Пинки-пинки, ты сказала. Хаги-ваги. Хаги-ваги. Кисимиси вообще. Кисимиси, вот да. Это. Вот хаги-ваги я знаю, вот эту забываю все время. Девку. Мы сейчас поработаем в этом поезде. Народу столько вообще. Рота в Питер за мной. Я уже кушать хочу. А нас кормить не будут сегодня. Мы сейчас сядем и будем шуршать там я чипсы. Где чипсы? Вон. Да, я буду шуршать. Так, второй путь, вторая платформа. Вон все уже сюда перебежали. Николь. Быстрее. Вот, нет, вот он сейчас приедет. Оттуда. Второй путь вот этот наш. Это там? Они там, когда появляются, это не значит, что он сразу приехал. Это просто они освещают, куда идти. Они в первую очередь паспорт смотрят, потом телефон. Телефон? Ну, билет там. Или просто паспорт показываешь и все. Ну да, паспорт просто все. Он едет наш. Надо отойти, а то он огромный такой будет сейчас. А? Двухэтажный. Я ни разу не каталась на двухэтажном. Ты уверена, что сюда? Ну, второй путь, вторая платформа. Ну, вот первая платформа, вот вторая платформа. Я так понимаю. Вон он едет. Сейчас там написано его. Доча, вон он едет. Нет, там написано наш лед. Все, вроде как заскочили. Восьмой. А у нас с головы или с хвоста? Смотри на эти, на вагоны. Бабазина какая приехала. Не подходи близко. А где написано, что какой вагон? Седьмой. А, вот, третий. Четвертый вот. Нет, четвертый. У нас восьмой. Это фирменный ресторан проехал. Пятый. Шестой. Нам чуть-чуть туда. Седьмой. Может, протянет еще. Вот, восьмой, смотри. Вот, прям для нас сидрила. О, давай все, стой, Вася. Куда? Как интересно. Это тоже все снимают. Девочки, мне туда провожающие. Так, давайте. Вам куда пропустить вас? Провожающие есть в вагоне? Давай мы туда на первом этаже. О, боже, как запах. Дальше у нас. Вот тут мы. Да.
Здрасте. Так, ну, проходите. А кого вы расположитесь, уж сами дорогу мы зайдем. Да. Что мы? Вроде нас никто... Ну, вы вещи тогда как-то поставьте, положьте. У нас вещей рюкзаки-то. Мы снизу? Ну, мы тогда с местами, как говорится, не будет проблем, да? В плане? Не, ну, мы поставили вещи, да. А, внизу ставьте, конечно. А, ну, все тогда. У меня полка опустится просто? Там да большая нет, опустится. Такая... Просто я думал, что у вас много вещей. А, нет, у нас вот рюкзаки. А, ну, все тогда. Ну, сейчас я тогда. Да, конечно, расположитесь вы сами. Да пока не надо, то сейчас проветримся, блин. Не открываем. Кто сказал, что не открываем? Если где кто-то пассажиров остался, мусор, я все соберу. Я тебе тапки, да, говорю? Девушка, вы видели 25 человек мусор? Я должна как была заправлять? Если вам трудно, я заправлю. А тут грязь, видите, 25 высох с этих мест. Да. Трудно, я вам сейчас заправлю. Я мне не против. Застил будет делать? Нам еще будут белье застилать? Не думаю, что она прям по каждому пройдется. Тут два этажа еще. Здесь вот две коробочки. Что написано? Так, перевернуть. Состав рациона питания, обед, ужин. Алло. Может, это от предыдущих? Алло. Ну, в общем, сейчас откроем, сейчас тронемся. Алло, домашняя что-то... кухня. Что-то... Не знаю. Надо спросить. Я хочу переодеться. Жарко. Безалкогольные напитки есть. Опа. Ой, а там что-то упало, коробочка какая-то. Угу. Это всем-то по такой коробочке, да, раздали? А мы сами не знаем. Что ты? Коробочки тут стоят, мы боимся их открывать. У тебя есть же? Видишь, РЖД. Заботиться, чтобы мы с голоду не померли. На, положи тапочки туда. Так, у нас вот коробочка. А вот тапочки. Выдали тапочки. Вы снимаете все? Да, есть. Ну да. Молодцы. Есть? На память. Так, тапочки выдали. Как это открыть? Водички попить. Таблеточки запить. Что там? Я не хочу рвать. Это что-то нам положили. Так, сюда, в курсе. Это печенюшка вот эта вот из... Ага, из риса. Так, а теперь что тут у нас? Вот это... какая-то штука. Ложки, вилки, ножи. И водичка. И водичка. И мятная жвачка. И мятная жвачка. Чисто на хомяка поесть. Да. Так, вот такое вот купе у нас. Вот такое вот. А дальше вагон попозже покажу. Тапочки сейчас переодену и пойду гулять. Лазилка. И вам тоже есть где-то там? Кто-то есть. Я что-то думал, что плацкартные будут. Почему нет? Здесь весь поезд купе. Двухэтажный, да тебе еще и плацкарт, да? Ну, нет, почему-то так нет, думал, что плацкарт. В двухэтажном, мне сразу сказали, я разговаривала, что нет. Еще есть ресторан тут. Да, ресторан впереди. Проезжал, да, мы посмотрели тоже. Пятый вагон был. Это катапульт какой-то. Да, да, сейчас. Люк открывается. Бабулю куда-нибудь катапультируешь? Нажмем сейчас, так раз, и все сложится, полка. А дверь как закрывается? Это что-то такое непонятное. Летим. Я была в первом классе вчера. Сегодня как я оказалась в 11-м? Почему я в этом году сдаю экзамен? А нет, в следующем. Ну, в этом. Давай, отметим дошиком. Так... кипяток искать? Было бы что отмечать еще, да? Как бы.
Не, я звоню фантазии, реально, это как так получилось? Ты что, с крышкой идешь? А как, по-вашему? Я еще и сразу с вилкой иду. Чем? А куда? А кипяток есть? А где кипяток? А у них вообще есть кипяток? Ты ходила в туалет, видела? Да я что, смотрела, что ли? Ну-ка иди посмотри у проводника там. Погода вообще кошмар, изморозь какая-то, что с неба валится такое, по дождя, холодно. Поездка у нас продолжается, у нас тут все спят, а нам принесли запеканку творожную с морковью и курагой, горячие. Горячий. Вон, видите? 4 штучки принесли. Завтрак. В постель. Открываем запеканочку. Прям как из печки, прям по-настоящему. Смотри. На вкус. Ванилькой пахнет. Угу. Значит, должна быть вкусная. Вилки? Вилки тут нет, вот она сказала одноразовую. Ну, зачем еще вилки? Он ну да, да. А металл вот это все разделять надо или это? Вообще надо выживательно, но никто не разделяет, но он все смешивает. Ага, ладно. Вкус снимай. Нормально, она прям горячая. Да, прям приятная. Вот горяченькая, она вкусная. Все прям. С чем? Морковь с курагой. Прикольно. Прикольно? Очень сладенькая и да. Вкусненькая. Все на блендере по технологии перемешано.
Оказывается, есть еще двухэтажные, но электрички, вон, видите, у них там сидушки нету. На втором этаже и на первом у них там сиденья, то есть мягкие. Электричка. Заходите, видите, здесь такой тамбур. Это как кухня. Тут вы наливаете все, здесь кофемашина стоит. Помыть ручки, помыть тарелочки можешь, микроволновка. А тут холодильник, можно пользоваться. Вода кулер это набирает проводник уже, то есть здесь ты сам как бы это. Ну вот эти ящички там, подстаканники стоят, я сама доставала. Так, здесь вот проводник отдыхает, вот. Тут идем, здесь ступеньки. Сейчас пройдемся. Вот кулер. Здесь такое зеркало заднего вида и этот, как он называется, ну, в общем, табло. Вот холодненькая вода. И купе, получается, у нас с этой стороны, а на втором этаже вот с этой. Сейчас туда пройдусь, покажу. Здесь картинки у нас всякие разные, интересные. Вот. И здесь потолки вот пониже в купе, вот так вот, видите? То есть такой потолок наклонный, покомпактнее тут. И второй полки-то совсем места мало. То есть нижняя-то как бы такая же стандартная, а на первом вторая полка выигрывает по высоте. Так, это мы спускаемся. Вот, вот Дубай тут можно посмотреть. А нет, это не Дубай, это же Санкт-Петербург. Вот это дурак. Так, сюда заходим. Вот три туалета, я уже показывала. Здесь вот разделение мусора. Металл, пластик, бумага, пищевые и стекло. Ну, в общем, у всех четырех стоят пакеты и кидают просто все подряд. Вот видите. Кто-то старается разделять, а кто-то, ну, как бы, вот видите, просто. Так, и туалет. Понятно все. То есть тут это мыло, розетка есть, освежитель воздуха. Потом, если хочешь, можно принять душ в кабине поезда, но я ее еще не нашла. Она как бы где-то спрятана. Салфетки. Вот так. И тамбур открывается автоматически. Эй! А, наверное, знаете, пока на стоянке стоим, не открывается. Но сейчас пойду в ресторан, покажу ресторан еще вам. Вот, вот у нас, видите, повыше. Все тут.
Булку надо? Булку? Да. Не, не надо. Не надо, хорошо. Так, сколько так, там? Получается, у вас... Сейчас скажу, а сколько? Так. 870. Вот такой вот борщ принесли. Да. Ну, покраснее я, конечно, люблю борщ. Так. Котлета по-киевски с пюре. Ну, котлетка по-киевски, да. Пойдет. Котлетка, ну как там внутри что? Ну, это попозже, сейчас я думаю, остановка. Придурки. Нормально так снимать? Быстро смотри. Сколько масла там, смотри. Вытекло. Ой. Все, спасибо, можно выключать. Давай. Рязань, короче говоря, сейчас тут где-то вот надпись даже есть. Рязань. И что-то мокрое сверху падает. Сейчас у нас привет, тут еще местечко тут. Ну, нет, она же она же сходила. Она прибежала и искали на пеленку. Она вот так вот бежала. Где-то добрая женщина, которая укрыла меня от дождя. Да-да-да. Вот такая хорошая. Вотек, вотек. Вот ты какой смешной. Ты любишь, да, фоткаться? Она ж сразу отворачивается. Да. Сейчас очень модно стали эти бульдожки. Угу. Разнообразные, средние, карликовые. Но она красавица, конечно, ладно, глаза. Кайфует. Ладно, это уже все. Шасти. Так, массаж. Храпит, пердит вообще. Или как будто у вас мужик в доме появился. А это Берка всего лишь. Да. Пошли. Шастик. Все, мы выгрузились. Вот это вот. Идем, короче говоря, на такси вызывать. Приехали мы. Питер. Сейчас будем вызывать такси. Куда нам надо? И поедем. По делам. Мы не можем найти вход вот в это здание. Вот это вот школа, да? И везде забор, и вот такая вот, короче, подход. Дорожку не можем найти. Так, вот мы всего потратили 20 минут от Московского вокзала, чтобы приехать сюда к нам в школу. Сейчас мы определимся, где она находится. Николь, вот тут вот она. Так мы были, да, тут. Вот там вот, мне кажется, за этим. Вот, иди сюда. Туда хочешь? Вот сейчас мы ее найдем. Сейчас время 8:30. И нам надо в школе быть в 10. В общем, мы еще... полтора часика где-то должны будем посидеть. Вот так вот.
А думали, не успеем. А тут все так быстро, конечно, двигается на дорогах. Приятно, приятно, конечно. О, как она написала? Я был на итальянском. Тут он. Это мама спрашивает, приехал. У нас школа эпиграф тут. Все, идем. Идем. Заходим. Зачем? С собой на ваш. Видео, да. Это мы тут раздеваемся, а потом в столовку сразу. Классно, экзамен. Я говорю, классно, говорю, сразу в столовку. Детский сад. А ну. Тут, вот я прям помню, как в школе какой-нибудь Тимофей. А, ну, смотри. Я туда порвалась. Да? У него сейчас у народу, кстати, Тимофей. Немного, да, в списке? Ну, только что один Питер остался. Ты забываешь все время, что остался только Питер. Я еще на урок, я стоял с кухарванку, как бы без вариантов. Слушай, у нас с тобой на самом деле, я думала, что мы с тобой только пьем, мне к 12 на работу. А, ну все, что тогда я. Я сейчас посмотрю. Нет, я сейчас поеду. Думаю, мне час. Да? Можем тебе через метро ехать? Да хоть как. Ты, ну, если ты через куда метро... едешь? Да, вообще, да, поеду в сторону этого, как вот, Московский, на какой улице-то этот? Еще раз, галерею ты имеешь в виду или что? Ну, либо галерею, либо... Нет, вот, который перпендикулярно вниз-то идет, где этажи. Лиговский. Да, вот Лиговский. Туда куда-нибудь, наверное. Ну, есть, этажи просто... чуть дальше глаза куда мы ходили. Пойти куда-нибудь сейчас. А Магнитогорская улица один. А. Пойти в сторону метро. Но мне там около часа от метро добираться. От метро около часа? Мне. Ну там где-нибудь посидеть костовый. Косточки обмыть кому-нибудь. Да. Слушай, куда сиделись вообще? Да. Отчислились, что ли? Я не поняла. И они, главное, просто так удалились. Ой, так, мы приехали на Лиговский. Николь там сдает экзамен. А я тут поехала опять в эти этажи свои мрачные, вот эти вот. Свои интересные. Так, вот мы приехали. Пошли. Вот сюда. Ой, вовремя, как я включила камеру, слушай, по наитию. Пришли. Да, пришли. Вот здесь вот всякая вот такая дрянь продается. Сейчас мы внутрь там зайдем, ты вообще обалдеешь, короче. Мне нравится, такая дрянь продается. Вот сейчас вечером-то тут вообще аншлаг из молодежи. Вот они все вот тут вот везде-везде сидят. Вот. И вот, вот так вот хочешь одеться, вот это сюда. Всяко разное вот это. Ну, вот всякие бутылочки, короче говоря. Ой, как тут, смотри, с утра-то здесь вообще класс. Народу нет. Синичка залетела. Синичка. Можешь снять птичку. Питер погреться зашла. Да, пусть посидит. А кафе, слушай, наверное, оно, наверное, с какого-то времени, да? Или работает уже? Да сейчас везде по-разному. Работает, ага. Здесь очень много всяких каких. Ладно, хорошо. Хорошо. Вообще вот здесь, да. Если... Так, вот. Здесь кафе, а туалет, он выше. Ну, я не знаю, где... Понимаешь, на видео это что? Да. Я даже не буду так комментировать. Так. Здравствуйте. Здравствуйте. Блогер. Ага, да. Вот. Здесь вкусняшки такие. Кофеек. Вот еще, видишь, еще не все открылось. Да, сейчас открылось. В первую очередь куда надо? Да. Тут, туда? Да. Тут. Ну, может, я просто думаю, здесь пойдем. Нет? Здесь я его, да, не видела. Пойдем наверх сходим. Я не голодная, я бы съела. Ну да, я бы тоже что-нибудь такое по мелочи. Вот. Прикольные вот эти вот вещи. Да, я тебе говорю, здесь такие вот они всякие это. Но у меня малый такой не носит. Моя малая сейчас
носила молодежная, сейчас я ее отправила в спецы с подругой. В результате она два коктейльных платья купила. Черный. Тут и 2.0. 2.1. 2.2. Я даже на это внимание не обращала, честно говоря, когда я... 2.3, 2.4. Иди выше, все равно выхода нет. В двери нужно вот 2.8. Да, и тут еще есть выход. Видишь, даже написано. Самое главное тут, здесь. Прекрасно. Как вот. Спуститься? Это лифт? Общий туалет. Мне нравится вот этот туалет, здесь лифт, да. Можешь спуститься? Тоже привлекает внимание. То есть, по идее, если взять... А только мороженое может быть, да? И все эти сливки... Сливки, либо подарки. Вы можете все мешать. Я поняла, у вас идеи хорошо. Ну, сейчас поглядим. Так, тут чаек. Чай, молочные коктейли. Бабл чай, разные чаечки. Так, здесь хот-доги не работают еще. Глинтвейн, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Наши розовенькие, зелененькие, желтенькие. Кайфовые. Вот, кстати, ты розовый. В прошлый раз поела шаверму, когда приезжала? Да, помнишь, тебе же муж говорил, что ты обязана попробовать питерскую шаверму. Да, сейчас. Тогда бери. Сейчас пройдемся. Да. Посмотрим, что еще предлагают. Да. Посерьезнее еда, даже вон суп рядом есть. Угу. Потому что десерт, я думаю, больше не разливное. Там вот здесь кто-то пицца. Да, здесь вот пицца. Сэндвичи. Сэндвичи чисто перекусить. Здесь это всякие пиццы. Супы. Пицца. А что? Еще раз, пожалуйста. Мы хотим пить и перекусить. Мы, наверное, больше сладенькое, наверное, да? Сладенькие есть. Смотри. Есть тирамису, чизкейк. Есть эти десерты. Кофе. Молочный коктейль, смузи. Ну, что ты уже, наверное, на мороженку настроилась, на вафлю, да? Я хочу... Нет, либо вафлю, либо мороженое, включённое и кофе. Спасибо большое. Ну, пойдем, я тоже, наверное... Позавтракала очень достаточно плотно. Да, мы точно так же. В поезде там, знаешь, что взяли, потом нас же еще кормили там. Вас кормили в поезде, да? Мы брали фирменный ТП. Да, чтобы all inclusive. Ну, слушай, а вот еще мороженое. Шарики, смузи. Нет, я хочу то мороженое, которое... Жареное, да. Смузи. Что это? Это по гороскопу, вот смотри, что тебе. Добавить кофе? Мы живем по лунному гороскопу, не по солнечному. То есть по солнечному? Какому-то, не знаю. Ну, ты вот так, традиционный рак, весы, да. И так далее. Вот. А есть же еще лунный гороскоп. Я по традиционному, по солнечному рак, а по лунному я скорпион. И он более точный. Да? Да. А ты можешь узнать, кто я? Ну, сейчас мы сейчас можем попробовать сесть. У меня есть возможность, я могу попробовать. Где мы с тобой сели? Есть повыше, ну, есть пониже. Повыше. Значит, вот варианты пониже. Так, ладно. Можно еще вот про жареное мороженое, да? Что там вообще, какой вкус? У нас основа мороженого – это пломбир. Я понимаю, вкус какой? Вот тут дополнительно, это все натуральные фрукты, ягоды, там исключение, это будет печенье. Ага. Можно несколько смешать? Смотрите, маленькую порцию можно как один наполнитель выбрать, средний смешать два, большой порцию смешать три наполнителя. Прекрасно. Так, и теперь по кофе, что у вас есть? Так, мне банан, клубнику среднюю порцию мороженого. Вафлю, наверное, мне не надо. Эти мороженое можно сверху украсить сиропчиком, это стоит 20 рублей. Посыпать посыпочками. Посыпочки, посыпочки. Не, без посыпочек. Без посыпочек. Хорошо. И без сиропчика. Да не, мороженое, давайте. Мороженое. Да. У вас есть что, раздельно, что ли? Да, раздельно. Хорошо, тогда мороженое купим.
Техника понадобится? Крыши Питера. Курить. Короче, пока жду Николь с экзамена. Заказала фуго сравнить. Ну, конечно, поменьше. И соусов не дают, как в Краснодаре. А чашка вот такая же огромная. Ну, будем пробовать. Ой, идут мои красавчики. Зависли там. На этих, на плюшевых игрушках. О, господи. На плюшевых игрушках зависли тут детишки маленькие. Нет. На носках зависли. На носках. По номеру? 960? Ага. 259? Ага. 3115? Ирина Михайловна? Да. Сбербанк 200. Ну что, расскажите, пожалуйста, как там было все? Расскажите, расскажите, расскажите. Мы списали все просто. Ну, кто еще что списал? Тоже все ну списал. Слушай, я там вообще-то думал очень много. Слушай, кому ты там рассказываешь? Ну, побольше я думал. Ну ладно. Ну тут правда. Ну что, нормально все, да, пошло? Да, будет нормально. Да мы там все сидели, типа. Все будет так, как должно быть. Я села с какой-то девочкой, я была на последней парте. Вот. Ага. И, короче, я сразу начала угорать. Мне было очень смешно, и я начала с этой женщины, которая с нами была в кабинете. Я такая, типа, как у вас настроение? Как вам спалось? Да, и я начала рассказывать про то, что, типа, ну вот, я просто с поезда только, типа, вот, прикиньте, вот так вот получается, я там из другого города. Она такая... Она подумала, что это, знаешь, это как наезд на нее, типа, вот мы приехали из другого города, да, да, вот да. Не выспались, она что-то а вы нам услышали. Да, что-то прям как-то разозлилась на нас. А куда мы идем? Вы ее разозлили? Нет, она добренькая вообще, она такой улыбалась. Я хочу есть, куда мы идем? Ну вот, есть же можно вот тут поесть. Вот. Все в целом. Она меня запомнила, по-моему. Ага. Николь, направо. Вот. Мы вообще нормально так шушукались все время, вообще пофиг. Да? Потом ее заменила другая женщина, и она уже такая, чего шепчетесь? Если что, спрашивайте меня. А-а-а. Вот. Но... Ну ты знаешь здесь, Николь, все? Меня никто не спрашивал. Никто не спрашивал? Там две даже что-то накосячили, что-то неправильно бланк написали. И к ним сказали все не ждать. А я чего, я вообще молодец. Девушка. Кушать желаешь? Да, тут, а там? Да? Там с ананасами бургер, представляешь? Я очень люблю. Есть бургер с ананасами. Я прям хочу, да. Там по-бизнесу, монастырь европейский, Попров и Аризона. Аризона. Я только что поела, так что это выбирайте себе сами. Ты решил что? Да, думаю. Малина? Да. Вам брелит ее в коктейльный стаканчик? Не, просто трубочку туда вставим. Он отдельно платит, он взрослый. Барбекю готово. Верно, Аня, так важно, Сканска. Сканска. Мексиканский готово. Спасибо. Мороженое говорит, будешь что-нибудь будет? А он сейчас отдельно оплачивает. Все, хорошо. Угу.
рисовал какой-то к нам. Да, да, он там вот какой-то кудрявенький сейчас, негритенок там. Ну что, давайте поздравляю вас это с пробником. И по пробнику. Хорош. Это что, с ананасом? А где да. ананас? Там внутри. Так, девушка, не заглядывайся на мой бургер. Девушка. Дай кусить. О, у тебя зелененькая. Такая же в контине продается. В контине такая же. Давайте. Чтоб сок потек по рубашке. Женщина. Давай, 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 давай. Давай, давай. Вкусно. Стали всякую фигню продавать. Фонтанчик тут не работает. Идем дальше. Монтарюсь в перекрестке, короче, жрачки всякой, блин. Семги, да, там, крабов. Сейчас дошика вам. Дошика нет. Короче, сейчас еще хлебушка взять какого-нибудь. И пивасика в поезде, и вообще супер будет, пупер. Ну-ка, спит. Тут спят. Тоже спят. Вообще, там этаж. Вообще, все спят. Трындец какой-то, яблоки одни хоть жуй. Чин-чин. Гип-гип, ура! Ура, да! Дима, фубо есть. Ну-ка, почем фубо? Фубо литр. Там. 10 человек, господи, боже мой. И блогеры тут. Со всех сторон. Соседи, соседи. Соседи, да. Да. Еще правильно пока что. Хватит, фабрика конфетки делает. А ты что, еду на секунду? Завтра какие-то?
родственники есть все. В ноябре фонтанки. Что они там делают? Что-то нашел. В гастрономе появились мочи японские. Так вот. Кофе колумбийский. Какой барчик. Привезли. Мы на вокзале, короче, гоу, в Краснодар идем, да, все, да. На посадку. Весело поедем, у нас целый вагон, походу, детский. Еще вернешься? Стоим, вот видишь, вообще никуда не едем, там вот речка Дон, Дон Дигидон. Ну и вот стоим тут все. Любовь. Да.
Ну, там вот любовь-морковь кого-то развивается. Ну, видишь, все ходят, не знаю, может, уже все покурили там 100 раз. Наверное. Один в вагоне, что ли? В вагоне вы не один. У меня одно место просто в вагоне, и вы его занимаете. А что, можно покурить там? Выходите. Выходим, пошли. Сокращение. Да, вот все. Посадка особо тут, на месте. В Ростове. Заправка воды идет. Не ходи, не ходи. Я это... Нас тут водичкой заправляют всех. Из поезда 36, начальнику поезда ответьте. Так, посадка окончена, ограждение снято, готовы к отправлению. Аллилуйя. Серьезный детка. Ну, свои 16 минут ложились.